чудовищ, Тоша, мы с тобой придумали. А вдруг чудовища есть? Может, огуречные монстры грызли пудинг после нас? От них можно ждать чего угодно. Сама сказала, что они коварные. Ты ненормальный, Рикки. Придумал их и сам же в них веришь. А вот это годится. Ну и зачем он тебе? Как зачем? Забыла, что у нас в доме поселились огуречные монстры?